Добрый-предобрый день, дорогие друзья, подписчики, а также гости моего канала. С вами Валентина Малышева и мой канал «Усадьба у Алекса». Сегодня 13 января. Пойдем щедровать по Добрушу. Посмотрим, как красиво нарядили Добруш. Праздничный весь. Переливается, блестит. А на площади уже на сцене идет новогодняя сказка. Сейчас мы, дорогие друзья, подойдем ближе и послушаем детскую сказку эту. Тоже была на вручении. Я и для нее сюрприз приготовил, а она... Ну, можно и без Белочки. Вручай. Без Белочки? Не то. Нормально. Нет, мне нужно ее найти. Ты что, влюбился, что ли? Я найду ее и вернусь. Конфеты Волга. Я оставил в доме. Ждите меня там. Белочка! Все очень красиво. Ну, точно влюбился. Да, плохо дело. Но мы подождем. Очень красиво и нарядно. Белочка! Ау! Заяц, я здесь. Ты слабая? Нет. Ты забыла все.